Здравствуйте, хорошего времени суток всем подписчикам, всем, кто интересуется клеемазательными машинами. Рассказываю предысторию. Значит, эта машина была уже продана, не знаю, как бы, достаточно давно. Ей пользовались очень много, потому что пришлось менять втулки. Ну, как бы втулки, в принципе, из капролона, в общем-то, это расходный материал. Есть машины, которые мне привозили, и люди пользуются каждый день, но втулки у них гораздо в более, как это, хорошем состоянии. Здесь же, я не знаю, такое ощущение, что они в две смены работали. Но я на самом деле не знаю, но втулки были просто вот убиты, вал совсем просел. Вот, так что поставили задачу, что вот на такие сложные заготовки, вот они выгнутые такие, вырубка непростые, у них не получалось наносить на заготовку, я так понял, полностью клей. Хотя я не разговаривал непосредственно с работником. Ну, в общем, примерно я так понял проблему. Мне привезли клей, привезли вот эти самые заготовки, привезли машину. И, в принципе, вот как бы, да, мы ее тут немножко подделали, подшаманили. И сейчас пробуем, и уже пробовали, вернее, даже у нас все получается. В том числе вот для клиентов я показываю, как, и вообще, в принципе, как такие сложные. Она выгнута, да? Я делаю вот такое простое движение. Так, раз. И дальше пробуем. Вот, обратите внимание, клей нанесен везде. Вот, полностью. Но мы не остановимся. Вдруг случайно получилось. Пробуем еще. То есть на самом деле заготовки можно заранее выгнуть. Ну, наверное, не получается. Да, вот в этой стопке. Ну, просто делается быстренько вот такое движение. Раз. Все, следующее, видите, все нанесено, я не знаю, да, по идее, вот, хотя очень сложная заготовка с вырубкой, выгнутая, это, не знаю, это ламинация, что ли, такая зеленая, вот, никаких проблем нет с нанесением, без проблем, видимо, какие-то коробочки, ну и еще. Так как заготовок дали много, а нам не жалко. Раз. Сейчас попробуем даже скорость увеличить. Я, конечно, не огромный специалист по нанесению клея. Мы просто их делаем, эти машины. Сейчас попробуем. Чем это? Видимо, все видео запорим. Ну да. Пробуем. Да нет, все замечательно, можно и производительность увеличить. Так, раз, раз и еще раз. Отлично, все работает. Я думаю, на этом мы и закончим. Всем, опять же, хорошего времени суток. До свидания.